Региональный центр поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов-центр» провел встречу и презентацию, посвященную дню рождения великого ученого Игоря Курчатова. Центральный экспонат мероприятия – фотополотно «Разделенный атом». Его передали в дар центру художественный музей «Юрго» и автор – фотомастер и член Союза художников Сергей Коляскин. Заведующий художественным музеем «Юрго» Анатолий Разуев рассказал историю фотоработы школьников, а также о его преобразовании при помощи искусственного интеллекта в рамках выставочных проектов. Я считаю, что это крайне важно, потому что то, что создается в искусстве, в культуре, оно не должно ни на одну секунду предаваться забвению. Да? Наоборот, мы должны распространять информацию, знания об этом самым разным группам зрителей. И вот сегодня как раз тот момент, то информационное зерно, из которого, надеюсь, состоится и в дальнейшем у ребят или у кого-то из преподавателей Курчатов-центра, какие-то свои проекты. В рамках презентации была затронута идея слияния передовых технологий и искусства. Знаменитый челябинский павильон Курчатову принял образы и краски картин Карла Брюлова, Сальвадора Дали, Сандры Боттичелли. Искусство вдохновляет ученых на какие-то свершения, на какие-то дерзновения, а художники, в свою очередь, учатся новым технологиям, осваивают их, тот же искусственный интеллект, например, да, и создают уже новые произведения. В завершении встречи прошла викторина для обучающихся школ, посвященная 90-летнему юбилею Челябинской области. Организаторы проверили, насколько хорошо школьники знают историю возникновения городов, имена краснокнижных обитателей-заповедников, факты о природном и культурном наследии области. Конечно, это значимо. Для нас очень важно, чтобы ребята любили и знали свой край, свои корни, чтобы они гордились, да, наследием предков и были достойны их. Любовь ребят к родному краю и тяга к знаниям были поощрены призами от Курчатов-центра.